Опа! Приветствую! С вами Витас? Да. Давненько видосов не было, ух! Да и ничего не было, собственно, давненько. Там остановились где-то в жопе. Far Cry стримов нет, ой, блядь. Ну я расскажу, почему так получилось. Вот как раз и... У меня появилось как бы немножко свободного времени, чтобы мы пошли... Чтобы записать вот видосик. Потом его еще надо захуярить, там немного монтаж какой-нибудь, хуинтаж, это все. Да, так, а запись идет? А запись идет. Замечательно, уже 30 секунд, блядь, со мной. Удивительно, да? Давно, мы уже месяца два не играл я в Far Cry уже, блядь, хуй знает сколько времени прошло. Но проходить его надо, а стримить я сейчас не хочу особо. Как говорится, так и живем. В жизни такой момент, что как-то, блядь, хочется, нихуя не хочется так вот по каналу делать. Абсолютно. Так, максимум вот. Раньше вот каждый день мог стримить туда-сюда, там, блядь. А сейчас я вот, видите, не особо хочу этим заниматься. Так что уж извините, моя лень вот такая вот. Блядь, а я надеюсь, загрузка не бесконечна. Нет, не бесконечна. Где самый, расспросите его охоте. Ага. Где я, кто я, сюжет я нихуя не помню уже. Ну, думаю, расправимся и справимся с этим. Да и, как понимаете, а для кого мне, собственно, стримить, если... Вот, как говорится, Данил, Настя, мы с ними сидим вот почти каждый день туда-сюда общаемся. И как бы, да. Хотя для Дани, да, как бы мы с Дани не каждый день общаемся все равно, но тем не менее. Типа, квадратик, я пока не вижу смысла этого всего. Не особо хочу что-либо стримить. Уж простите меня. Так и живем. Ну, Far Cry надо доигрывать. Один хуй. Да пройти его. На самом деле, вот... То, что я сделал, то, что я делаю сейчас этот видос, это меня подтолкнуло общение с Даниилом, да. Даниил, приветствую тебя. Как говорится, вот так вот. Ты меня подтолкнул к этому. Я не все он посты, по-моему, захватил, да? Хотел все захватить, но... А куда я, собственно, еду? Вон у меня миссия, вон у нас Сэм. Может, еще и позахватываем. Ну, в целом так. Не хочется, как говорится, ничего особо. Вон еще Hotline Miami недопройденный у нас. Ведьмак третий недопройденный. Тоже. Ну, как я сказал Данилу, надо заканчивать это все, когда разрушаемости нет. Я забыл, во что играю. Игра же от Ubisoft. И FPS у меня 40 здесь. Игра какого там года? Не помню. Здорово. Здорово, сэндвич. Сэндвич. Чё делаешь? Вокруг меня одни бандиты. Это тяжело. Но их так просто одурачить. Все считают меня плохим парнем, потому что я приехал из Германии. Меня повысили в звании из-за акцента. Садись. А теперь... Что за задание? Хочу убить Хойта. Шайза. Постой. Ты же Джейсон Броди, а? Это ты прикончил Васа? Да. Почему ты сразу не сказал? Надо тебя спрятать. Хойт выпустит тебе кишки. Это будет непросто. Ты стал жертвой своего успеха, я? Теперь туземцы нападают на Хойта. А он возводит укрепление. Мы должны уничтожить всю организацию, иначе убивать его нет смысла. Пока Хойт не знает тебя в лицо. Если бы не эти... Кто-то задумал. Найн-найн-найн. Хотя я... Точно. Ты должен стать наемником. Не спорь со мной. Это задание для двоих, и ты нужен мне здесь. Начнем с главного. Ты не должен выделяться. А? Украдем униформу. Новобранцев высаживают на берег в порту. Найди одного, забери у него все и избавься от трупа. А после этого свяжись со мной на этой частоте.
Дани уже говорил об этом. Оборотень. Заебись. Алло? Джейсон, ты попал на остров Хойта? Да, да. Бля. Почти дошел до конца пути. Цитра уверена, что ты станешь самым сильным воином племени. Дау будут твоими, если выживешь. Гарантирую. Я знал, Джейсон. Дойти до центра можно лишь отбросив прошлую жизнь прочь. Лишь цитра и путь важны. Ну да. Я знаю, что делаю. Удачи. Крэйзи Кок. Хм. Сумасшедший петух. Даня говорил ты уже об этом, не? Так. Так что да. Наверное, мои видосы кто-то так прям особенно, говорю, смотрит. Говорится, вы не отзываетесь, не спрашиваете, где я, что я, так что, ну, естественно, поебать всем. Есть я или нет. Так, секунду. Поехали. Только я еду не туда, куда надо, по-моему. Правильно. Блин, с моим стилем вождения мы сейчас потеряем машину раньше, чем, так что лучше ехать по дороге. Да я бы все-таки не Андрей, не могу делать Initial D. Running in the night. Так что вот. Вот видосы начали как бы реже, вот это все, ну, один фиг записывать-то и особо тоже нечего, поймите. Доту я свою, доту я точно не хочу записывать, что мой канал не про доту. А что вот, вспомним доту так. Радуга всякая, не думаю, что это все будет интересно. Выйду по стопам Андрея вот так. Музыка играет. Блин, ну стоит. Ладно, приехали. Все нормально, я в порядке. Ведьмака тоже говорю, надо пройти. Хотлайн Майами надо пройти, который уже... Клан Майами вообще не пройден. Осторожно подойдите к провалу. Это я не осторожно. А, все, пока. Хотел машину заполучить, но не получилось немного. Ладно. Так, а у меня там есть еще какие-то эти волшебные приколы, нет? А как их? Ага. Вот так вот. Вот огнеупорный на восьмерку у меня. Так что с этим тоже надо будет в ближайшее время, может, закончить. Но это после Far Cry. Пока самое доступное, что я могу, это Far Cry. С Hotline Miami намучаюсь, наверное. Вот только что я чуть не умер из-за того, что на Control нельзя присаживаться. Хорошо, что я могу сказать. То есть перекат. Вернее, подкат. Так вот. Никто не должен видеть меня, пока я не сменю форму. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Остался, работаем.
Ну Зада, что ли, разговаривает? А как мне его вот этого вот мужика забрать? Ага, наемники подняли тревогу, понял? Хорошо. Понимаю, не осуждаю. А как мне было спуститься? Думал, его все-таки нельзя убивать. Я хочу. Пытаюсь убить Челикса. Ну, такой вот, я говорю, в стелсе я очень плохо, господа. Камни как-то можно было кидать. Блять, можно было как-то камни кидать, а я забыл. Это если что мне с ним был. А как... Спасибо, запрягнитесь. Камни научите кидать обратно. То есть в листве. Не спрятался в листве. Какой-то баг из радуги. Не, ну у Джейсона, конечно, походка, как будто на носках ходит, ему вообще наплевать. Кто тупо его не замечает. На мыши. Видимо, показалось. Опа. Да-да, почему ты спишь в этой дыре? Я даже не знаю. Ты здесь работаешь, а вахтишь? А, это типа вот так, да? Да. Понял. Блять. Вот сука. Ну просто так встал, что выглядел так, что могу пройти. Но не получилось. Бросай, а как камни-то бросать? А, все, он исчез, испарился. Ну спасибо, мужик. Спасибо, что испарился. Вот в реальности спалили бы уже давно, я не знаю. У Джейсона должно дыхание перехватывать, он должен такой... бояться, потому что, сука, спалят ведь, отхуярят. Ну, хотя его не отхуярят, наверное. Потому что он немного силен. Ага. Кто-то там кому-то изменяет. Сожалею, бро. Страшно. Вот ты сам хуесос, как бы. Бандит. Наверное, для тебя тоже измена ничего нахуй не значит. Какие-то бронебойные челебобиксы. Проходим. Оп-оп-оп-оп. Да, что думаешь? Да-да, Джейсона Броди. Джейсона Броди, конечно. Завалишь, конечно. И какая же дыхалка у Броди, а? Правда, ебанешься. Так, на корабле.
новобранец. Все. Зашибись. Опа, ля, стайл. Стайл. Крутая форма. Сэм, я готов. По документам парня звали Фостер. Как дальше действовать? Будь Фостером. Не забывай быть доверчивым. Ты должен сам поверить в свою ложь. Понял. Так, волк в овечьей шкуре, понимаю. Так, Хойт хочет лично проверить пополнение. Всем построиться в шире. Понял, понял, ноль проблем. Как поживаешь? Так. Иди, следующий. Так, так. Мужики, все нормально, я свой, я Фостер. Давай, ну хотя бы не Фостерс. И все? Да. Все, дальше. Давай, давай. Что? Чертова жара. Ты чист, Фостер. Ну, спасибо, спасибо, мужик. Хочешь рубить бабла? А нахрена я так и приехал? Местный заправила вас, недавно приставился. Его империя осталась без присмотра. Его парни пользуются моментом. А мы почему нет? Как же Хойт? Как же Хойт, да? У Хойта полно своих проблем. Ему не до этого. А еда может протухнуть, если ее не съесть, верно? Ага, ага, реально. Прям в точку, реально. Мужчина. Ладно. Иди послушай речь. Эй. Проболтаешься о нашем разговоре? Да, да, конечно. Угу. Да, да, так, мужики. Здорово, мужики, мне сказали сюда встать. Я Фостер. У всех ебальники разукрашены. Мои румяные новобранцы. Брать не буду. Мы все здесь ради бабла. Но просыпаясь... А это и есть Хойт тот самый, да? Не-не-не. Да, да, Хойт. Мой отец. Земля ему пухом. Был шахтером. Работал три дня без зарплаты? Каждый день он вставал на рассвете, выкуривал сигарету и отправлялся под землю. Для этого чудесного... чудесного человека компания была богом. Я сохранил это отношение к моему скромному бизнесу. И я ожидаю от вас того же. Итак... В компании есть три главных правила. Первое. Беречь мой товар. Вы можете их трахать, но нежно. Второе. Убивать любого туземца. И, наконец, всю прибыль отдавать мне. Я все понимаю. Но если вы нарушите одно из этих правил... Там бензин, что ли, вместе с ней хуйнул? Как, почему она загорелась? Бесы хотят уничтожить труд моей жизни. Бесы? Как он там поджег? Почему-то, Даня, объяснит, объяснит, конечно. Не лезь не в свои дела. Не лезь, не. Покиньте впадину на надувной лодке, понял? Так, мужики, я поплыл. Я даже не ввалился туда. Красиво. Ну, вышки надо будет захватить, наверное. Сэм, я выкрутился. Ты
Теперь ты можешь затеряться среди наемников. Но они не должны засечь тебя за чем-нибудь подозрительным. Вроде убийства, поджога или чего-то в этом роде. Обмани их, Джейсон. Один из людей Хойта сделал мне предложение. Несколько предателей хотят обокрасть Хойта. Я думаю, убить их, чтобы Хойт мне доверял. Ну да, дрезденский трюк. Хороший план. Быстрее было бы убить Джейсона Броди, но это нам не подходит, я? Я наблюдал за предателями изнутри. Ими руководят три капитана. У одного из них должен быть список, в котором все члены банды. Убей их, забери список, и я шепну Хойту, что ты отличный солдат. Где их база? В старом храме. Я дам тебе координаты. Для какой Сэмми, а? Ладно, надеюсь, вы довольны таким вот маленьким видео, как говорится. Это, конечно, не 40 минут, но тем не менее. Ну, как бы стримов можете, я не знаю, не ждать. Можете ждать. Может быть, они будут, может быть, они не будут. Я не знаю точно. Ну, а вот видосики, может быть... Видосики, скорее всего, будут. Ладно, давайте. Как говорится, я с козочками, со своими. Еще увидимся, господа. Давайте.